Уму непостижимо. Это очень большая трагедия. Да. Особенно для Латвии, для маленькой страны. Ощущение, будто взрыв был, да? Там все так выгнуто. Такое впечатление, да? А может быть, они там просто, когда вывозили? Ну, навряд ли, думаю, это тяжесть. Я здесь был на третий раз, когда третье обрушение. Да? Ну да, видел, слышал, ужасно просто. Аж внутри передернулся. Ой, просто... вы, значит, очевидец? Ну как, не очевидец. Я просто свечи ставил, как раз третье обрушение, вон с пацаном. И что же вам сказалось, что вам казалось, что взрыв был? Взрыва не было, просто падало еще что-то сверху, там крыша или что. Там... Мы потом новости смотрели, думали, там спасатели были. А они повезло в другом месте стояли. Много-много тонн упало. Просто грохот был ужасный такой. Аж когда все валилось, да? Да, аж внутри все передернуло. Ну реально понимаешь, что тонны железа падают. Ну, мы-то муравьи люди. Для такого всего. Да, ужас. Но взрыва такого впечатления не было. Нет, взрыва и не было, нет. Там же, как я понял, из-за этого пошли. Чего? Хотели это делать наверху. Зимний сад. Ну, они вроде уже там что-то поставили. Да, там. Это считайте, вся земля там. Считайте, песок, чернозем. Да. Да. Дожди шли, он же впитывает. Ну, и становится тяжелым. Ну, даже это здание, оно чуть-чуть скривилось. Не видите? Это? Да. Вы думаете, которое? Ну, вот это вот здание. Его же думают снести или нет? Где люди живут? Там еще никто не живет. Там квартиры куплены, но еще никто не живет. Его хотят снести. Потому что когда Максим упал, это здание чуть ниже ушло. Там видно, где земля. Что-то там произошло, да? Да. Ну даже посмотрите, этот верхний угол, так и тот угол, он выпирает чуть. Видите? Ага. Поэтому вот думают, ну, сносить. А, да-да-да, он вон там. Но кто захочет там, вы бы жили бы там, смотрели бы с окна, где погибло 54 человека. Да. Социалку расселят. Да? Чего-чего? Сносить будут? Нет, социалку говорят, а если мэрия возьмет на себя, социальных жителей могут... Ну кто, на очередь, да, там? Да. Ну вот, они так уже хотят. Если дом нормальный, экспертиза докажет. Но я не думаю, что нормальный. Просовил там землю, там в конце, там он ушел уже с фундамента. То есть как, я не понял, вы имеете в виду? А? Что с фундаментом? Как? Ну там же, я когда новости смотрел, там показывали, с той стороны, отсюда не видно. Он не на фундаменте, он же на свае. Ну да, но фундамент-то по-любому сначала. Фундамент там гараж. Ну да, если он сместился, конечно, бы сносить. Насмотрелись уже за эти дни. Ну социальный дом был. Тот, кто на очереди стоит, эти всякие барыни там. Да, если рухнет, чтобы уже такие, они богатые. Ужас какой-то. Я бы там не жил. В окно смотрите, и вы знаете, что здесь кладбище. Здесь же будет мемориальный памятник. Да. Ну, куда же. Здесь уже кладбище, считайте. Я думаю, это место... Ну, это место убийства. Не знаю, может, как этот Бермудский треугольник уже будет. Всего хорошего. Да.